Друзья, всем приветик. Это Сергей, штат Кентаки, город Лексингтон. Сегодня у нас 17 февраля. Классная погодка на улице. Очередная машинка. Это 17 или 18 год Chevy Suburban. Такой громадный сарай. LTZ. Это удлиненный Suburban. И эта машина приехала с официального дилера Infiniti. Представляете, Infiniti пригоняет машину мне на механику. Но на механические работы, не то, что там на покраску или там какие-то кузовные работы. В общем, на механику. Проблема в том, что машина эта бэушная. Сейчас камеру настрою. Бэушная машина на продажу. И в этой машине не работает система предупреждения о слепых зонах. Blind spot sensor, который находится в заднем бампере или с этой стороны. Или где-то, ну, обычно они по бокам бампера находятся, справа или с левой стороны. И что-то там с ним случилось. В большинстве случаев сам брекет, пластиковый корпус, который держит этот сенсор, мог отвалиться, ну или сам сенсор не работает. В общем, они меня попросили снять бампер и поменять новый сенсор. Вот он лежит. Так, вот такой он. Я не знаю, сколько он стоит. Написано, сделан в Германии. Снимаю бампер. Вот они находятся, и они болтаются, вот эти брекеты, пластиковые коробочки. Они отклеились и болтаются с обеих сторон. Снял бампер, у меня это взяло 5 минут работы. Вот, смотрите, ребят, вот эти брекет, как будет брекет? Крепление, пластиковое крепление. Вот нужно, мне кажется, его приклеить, на место поставить. И потом с компьютером сделать калибровку. То же самое с правой стороны. Все болтается. Оставляю бампер, еду в магазин, заклеим, так будет быстрее. Приклею вот эти брекеты и почищу здесь коннектор. Сам коннектор ржавый там. 18 февраля, весь день идет дождик, на улице плюс 17, достаточно тепло. Продолжаю работу над бампером. Вчера все это заклеил, вот так этот бампер удобно расположил на этом стенде. Приклеил вот эти крепления к бамперу, поменял сенсор и вот этот, видите, белый пластик, называется cable ties. В общем, этот плаг-коннектор плохо держал, я его здесь зафиксировал, чтобы он не отходил. Вот эта сторона готова. Вот старый маджил, мне сказали, что он плохой, и вот его только надо менять. С этой стороны все в порядке с маджилом. Приклеил тоже этот брекет кронштейн со всех трех сторон. В общем, все четко. Начинаю остановку бампера. Ребята, вообще я считаю, вот эта проблема — это упущение завода-изготовителя. Почему вот эти брекеты кронштейна отваливаются, непонятно, плохо приклеены. И вот эти маджилы на открытом доступе, без всякой защиты. Вот стоит бампер, и вы видите, что вся грязь летит из-под колеса прямо вот сюда, вот в это место, вот где расположен вот этот, ну, этот компонент. Никакой нету ни защиты, ничего нету. В общем, я считаю, что это большой минус. И я уже погуглил, поискал на интернете. Вот это очень и очень частая проблема, происходящая не только с шевролетами, с кадиллаками, Yukon, GMC, вот эти большие траки, большие вот эти SUV-шки, это их не проблема. Так, ну все, вроде все смотрится четко. Видите, какое открытое пространство, и все летит туда. Непорядок. Я позвоню на завод-изготовитель, пожалуюсь. Так, ну что, надо проехаться, посмотреть. Короче, проехался. Парковочные сенсоры не работают. Пытаюсь сейчас их подключить. Park Assistance On включено. Ладно, отгоняю эту машину, вернее, пусть ребята забирают и делают калибровку и сами мучаются. Я свою работу сделал, приклеил, поменялся, так что моя работа готова, сделана. Это у нас на заднем плане железная дорога, там производственный какой-то комплекс.
Вот, ну а сегодня идет дождь, весь день чувствуется весной, приближение весны. Chevrolet Suburban готов, ребята уже с Infiniti от его забирать. Сейчас им объясню, что я сделал, что надо будет им сделать. Надеюсь, они подключат свой умный компьютер, сделают калибровку сенсоров, разберутся, почему паркинг не работает. Но это все взаимосвязано, это одна проблема. Я думаю, все будет в порядке. Так что еще одна машинка готова, ребят. Спасибо, что были со мной. Это был Сергей. Всем огромный привет. Будем на связи. Пока-пока. И всем хорошей погоды.